стенах Казанского университета проходит открытый кубок Лиги КВН и студенческой лиги КВН Республики Татарстан. В игре принимают участие 8 команд из разных вузов Татарстана, которые делают первые шаги в клубе веселых и находчивых. Наша команда собралась в 2021 году. Благодаря КФУ мы являемся первокурсниками. Мы собрались с ребятами, и у нас уже долгий опыт есть. Мы играли в разных командах КВН с детства уже. И в моменте мы решили, что хотим играть вот таким составом в дальнейшем в КФУ. Школа КВН Казанского университета образовалась в 2005 году как подразделение студенческого клуба Казанского государственного университета. В 2005 году КГУ первым из вузов Казани создал Лигу КВН внутри университета. Из-за большого количества желающих в 2009 году лига была поделена на две части. Малую лигу, в ней принимают участие молодые команды, делающие первые шаги на поприще КВН, и лигу КВН КФУ. В ней за звание чемпиона борются более опытные старшие команды. Лига КВН КФУ была всегда таким одним из самых таких больших столпов творчества в университете. Всегда был одним таким обособленным местом. Все про него знали, все любили, все ходили. Поэтому мы стараемся как бы эти традиции продолжать. Сейчас, опять же, немножко сложнее с этим, но как бы мы пытаемся сохранить все эти традиции, чтобы КВН все же существовал и процветал в рамках нашего университета. Помимо проведения сезона игр Лиги КВН, школа клуба веселых и находчивых проводит ежегодную работу со студентами первого курса. Она включает в себя проведение занятий для первокурсников, где ребята обучаются основным навыкам работы на сцене и написанию веселого материала. Ежегодно собирается около 300 студентов-первокурсников, но это не предел. Школа КВН планирует расширение лиги. Увеличение фестивального движения в начале сезона позволит всем желающим командам принять участие в конкурсе. Алина Красильникова, Универньюз. We'll be right back.